В Доме дружбы свою работу начал молодежный форум «Сыраарка жастары». Трехдневное мероприятие проходит в рамках проекта «Развитие областного молодежного движения Ассамблеи народа Казахстана». На открытии побывала наша съемочная группа. Мастер-классы, тренинги, интерактивы, посещение сакральных исторических мест Каркаралинского и Абайского районов. Вот какой увлекательный квест предстоит совершить всем участникам ежегодного молодежного форума «Сыраарка жастары» в эти три дня, не говоря о том, какие полезные навыки обретут ребята, общаясь с интересными людьми, добившихся успехов на том или ином профессиональном поприще. Наши спикеры, в том числе профессиональные психологи, расскажут о том, как становиться лидером в молодежной среде, какие навыки для этого нужны, как создавать проекты, как их реализовывать и вообще с чего это все начинается. Ну а сам контингент ребят-участников, это те ребята, которые активно развивают молодежную политику у себя на месте, которые реализуют цели и задачи Ассамблеи народа Казахстана, ну, которые вплотную работают уже непосредственно с областным центром, реализуют такие общие вещи. Молодые люди узнали о программе форума и конкурсе на лучшее информационное освещение, а также послушали выступление старшего офицера управления превенции Департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Карагандинской области Акима Сактабергена на тему реализации проекта «Антикоррупционное волонтерство». Впереди ребят ждет погружение в историю полиэтничности, быт и культуру казахского народа. Я считаю, что это интересно для себя познавать что-то новое и открывать молодежи двери на саморазвитие, на открытие себя, путь найти себя, как бы открыть свою личность, раскрыть. Я очень рада, что могу участвовать в таком интересном мероприятии. Здесь можно обменяться мнениями касательно своей профессиональной деятельности и получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. Этот форум – стартап, площадка для личного продвижения вверх по карьерной лестнице. Тренинги, семинары – все это полезное времяпрепровождение, которое очень пригодится в дальнейшем. На мероприятие приехали гости из Талдыкургана и Астаны, руководители общественных организаций и члены национального курултая при президенте Республики Казахстан, которые, в свою очередь, поделятся историями своего пути успеха и построения карьеры. По итогам форума участникам вручат благодарственные письма. Роберт Граф, Миржан Жумамуратов, Наталья Заяц, Пятый канал.